Здравствуйте, друзья! Мы с вами все вместе приобретали вот этот автомобиль и с большим количеством просмотров, переживаний, упреков там и так далее. Но мы сейчас перешли в следующую стадию с этим автомобилем. Это у меня попикивает, что там слева кто-то есть. Тут такая фишечка интересная. Значит, потому что я перестраивался, у меня поворотник мигал. Номера прислали. Вот в таком конверте. Вот в таком конвертище прислали регистрацию. Ну, это отдельный такой документ. Вот он. Положено в машине возить. Вот она, эта регистрация. Вот. И раз в год новая регистрация должна быть. И вот такие вот у меня номера. Вот сюда я наклеил. В конверте были две такие металлические штучки, они по-моему металлические, вот наклею, тонкий металл наклею, значит, месяц и год, и каждый следующий год, значит, будет приходить новая регистрация, только заплатить надо, это существенно. Когда ты заплатил, вот тогда тебе пришлют новую регистрацию и новые эти стикеры, которые прилепляются один там поверх другого. Вот на той машине у меня их там было, там, соответственно, 7-8 штук. Там каждый год ты их клеишь, они разных цветов, чтобы полицейский, когда увидит, ну, в смысле, дорожная полиция, вот когда они увидят, они так по цвету замечают. То есть никто специально не останавливает из-за этого, но если уже тебя где-то остановили или так как-то заприметили, ну, бывает, вот, тогда тебе раз и, значит, там штраф. У меня был случай, у меня все это болталось в машине, но я еще не прилепил. Ну, там буквально вот, там два или три дня я там перетянул с тем, чтобы приклеить. И что у него было, ну, просто, знаете, как в конверте, пока от конверта до машины донесешь там, значит. Ну, и вот мне выписали штраф. И я говорю, ну, как же, вот, они говорят, ну, повесишь, говорят, вот, придешь, покажешь, мы тебе, значит, аннулируем твой штраф. И так вот, действительно аннулировали, мне пришлось приехать там в участок. И говорю, вот, они говорят, не вопрос. Так что, такая жизнь, друзья, так трудно вот живется с этим делом. Наверное, и все. Счастливо!